Специально для всех, кто не посмотрел мое интервью на сотку с Виктором Елисеевым, хочу донести 3 инсайта от него, благодаря которым вы добьетесь своей мечты. Во-первых, вы должны определить, чем вы будете полезны людям, какой посыл вашего действия, какую потребность вы закроете. Во-вторых, вы должны найти это свое дело, которому вы будете гореть. И в-третьих, нужно заниматься только и именно им.